Артур Коломиец стал новым председателем Ноябрьской городской думы. Напомню, его кандидатуру на этот пост абсолютным большинством голосов выдвинула местная фракция партии «Единая Россия». И вот сегодня на внеочередном 62-м заседании думы это решение единогласно поддержали ноябрьские депутаты. Добавлю, до сегодняшнего дня Артур Коломиец был заместителем председателя городской думы. Он работает в акционерном обществе «Газпром-добыча Ноябрьск».